Буше. Бросает. И момент. Ковальчук оставляет шайбу в зоне. Но тут, да, в шлем, по-моему, Кошечкина попадает шайба. Поэтому пауза. Да, мощнейший бросок сходу получился у Ильи. И тут только шлем спасает сейчас от этого гола «Металлург». И пока смотрим, вот как Ковальчук действительно бросает. Тут даже где-то вот в район плеча, посмотрите. Ну и чуть-чуть задело. Вот аж вылетает этот ремешок. Как на пит-стопе Формула-1. Да, хоп-хоп-хоп, быстро заменили. Все, за какие-то секунды. И игра сейчас будет продолжена.